Сегодня руководитель аппарата президента Республики Казахстан Бахытжан Сагынтаев представил мангистауской общественности нового главу региона. Теперь трудиться на посту акима области будет Серикбай Трумов. Он хорошо знаком населению региона. В разные годы возглавлял Туп-Караганский район, город Жанаузен и город Актау. Был заместителем акима области. Местное население дает положительную оценку всей его деятельности. 55-летний новоиспеченный аким начинал свою деятельность с обычного бетона. Тонщика и прошел все этапы. Теперь перед ним ставятся большие задачи принести новое веяние в развитие региона, который вносит значительную часть в бюджет страны. Президент поставил перед корпусом акимов ряд задач. Прежде всего, по мнению главы государства, необходимо обеспечить защиту прав и свобод граждан, их спокойствие и безопасность. В стране должен царить закон, перед законом все равны, и представители власти, и граждане. Главное – это диалог с народом. Власть должна слушать и слышать народ. Чиновники не должны отсиживаться в кабинетах. Надо работать с людьми. Акимы должны разъяснять гражданам политику государства. Мемлекет басшысының жарлығымен Серікбай Өтелгенұлы Тұрымов Қазақстан Республикасы парламент сенатының депутаты болып тағайындалды. Бұған дейін Серікбай Өтелгенұлы Маңғыстау облысының және өңірдегі аудан қалалардың әкімі қызметін абыроймен атқарған еді. 2019 жылдың маусым айынан бері Маңғыстау облысының әкімі болды. Ерен еңбегі үшін Қазақстан Республикасының парламентіне 10 жыл және Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл медальдарымен және 2016 жылы құрмет орденімен марапатталған. Указом президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева экс-аким Мангыстауской области Серікбай Трумов назначен депутатом Сената парламента Республики Казахстан. Как сообщает сайт Аккорда, указ о новом назначении гарант Конституции подписал сегодня, 10 сентября. Напомним, с 2019 по 2021 годы Серікбай Трумов возглавлял Мангыстаускую область. Нурлан Ногаев сегодня получил статус бывшего министра энергетики Казахстана. Указом президента его назначили на должность акима Мангыстауской области, которую прежде занимал Серікбай Трумов. Сам же Нурлан Ногаев руководил ведомством энергетики с декабря 2019 года. Представил его уже премьер-министр страны Аскар Мамин. В карьере Ногаева это уже третье акимство и снова в западном регионе. В целом трудовую деятельность он начал электромонтером станции Кандагач в 1984 году. Работал в нефтяной сфере. С 2012 по 2019 годы возглавлял западно-казахстанскую, а затем Атыраускую область. После почти два года был министром энергетики.